Осторожно, скользко, осторожно, окрашено, осторожно, опасный зверь. В зоопарке «Лесная сказка» уже вынуждены размещать знаки на каждом метре. И все равно люди умудряются упасть, испачкаться, что-то поломать и сразу же идут в суд. По этой причине уже 2 года в «Лесной сказке» нет снежной горки. Зоопарку проще отказаться от нее, чем потом платить крупные штрафы. В парке последний раз горка была 2 года тому назад. 5 исков на сумму 1,5 миллиона рублей. Таковы претензии родителей к администрации индустриального района и к парку за то, что их ребенок пострадал. Нет. Вот знаете, сколько стоит заноза? Нет. Не знаете, а я вам скажу, 10 тысяч рублей. Стоит заноза ребенку, который сел на скамеечку в зоопарке и посадил себе в энное место занозу. Еще 1 января у ДК «Трансмаш» стояла большая ледяная горка, которая пользовалась популярностью у барнаульцев. А 2 числа горка неожиданно исчезла. Поступило несколько обращений от жителей Октябрьского района, мамочек, которые переживали за то, что горка довольно-таки высокая и есть возможность, грубо говоря, там упасть в нее, хотя она и безопасная была. В связи с новым законодательством, правила эксплуатации горки нужно непосредственно перед спуском с горки сотруднику администрации провести инструктаж ребенка, еще и потом его на спуске встретить. В администрации чисто физически не хватит сотрудников, чтобы поставить каждого на инструктаж. Поэтому горку было решено разобрать сразу после Нового года. При этом во многих селах региона горок вообще нет, о них только мечтают. У нас, например, допустим, в районе, но тоже очень большие горки. Но они не такие, допустим, качественные, но все равно как-то же выходим с внуками и катаемся, ничего, что бывает. И поверхности шероховатые, катаемся, не обижаемся. Мне кажется, для ребятишек, наверное, это любые горки, лишь бы была горка, да. Травма ребенка, они везде травмоопасны. Следите за детьми, следите за детьми. Три года барнаулец Николай Хлудеев строил винтовые горки, снежные аттракционы, заливал каток прямо во дворе улицы Взлетная. Причем, в отличие от многих горок в городе, эти не убирали до марта. Этой зимой пенсионеру не дали построить снежный городок. Говорит, среди родителей всегда найдутся те, кто чем-то недоволен. Сергей Писарев вспоминает, его детство прошло на улице, где никто не боялся упасть или пораниться, да и жалобы за переломы на горках никто не писал. Похоже на то, что теперь многие претензии за травмы любимого ребенка – это не воплощение материнской любви, а уже какой-то бизнес на костях. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, «День с толком».